Не, давай вот такой, который ты достал. Великолепный трей. Ну и этот можно сделать. Давай большой делать. Главный повар сегодняшнего дня Арсений Шконда. Ты готовил уже пироги? Пироги нет. А тортики? Печенье готовил. Печенье с начинкой готовил? Вот сейчас будет твое первое печенье с начинкой. У нас есть... Начинка и печенье. У нас есть начинка. Так. Ну что, хозяюшка, ты комментируешь то, что он будет делать? Да. Теперь нужно подойти и резко захлопнуть крышку компьютера. Начинается все с чего? Масло. Начинается все с Арсения сначала. Арсений ложит он... масло. Так, теперь это масло. Не подогреваешь вечером масло, который готов. Арсений кладет масло вот в это. Это называется? Это миска. Миска. Получится много. Получится да. Большой трей? На противень, да. Замечательно. И Арсений кладет это. Да. Ты общую цель объясни, что мы делаем. Так будет долго вообще готовиться. Брать сестру готовить. Берем большую миску. Вы отлично, Арсений великолепно. Иногда поворачивайтесь в сторону оператора и комментируйте что-нибудь. Нет, этого ты не видела. Мы же специально спрятали их туда, там, на холодильник, чтобы ты их не видела. Конфеты. Конфеты не Новым годом. Что там? Масло. Масло по-прежнему осталось маслом. Теперь мы ждем, пока масло растает. Можно забросить туда майонез и яйца. Вообще не открывает майонез. Вот. Показывает, как открывается майонез в Беларуси. Покажи, как открывает майонез в Беларуси. Да, ну покажи. Ну не стесняйся, мы вчера так открывали уже. Давай. Побольше. Из этой широкой дюбочки мы выливаем весь майонез в кастрюлю. Дырочка специально сделана маленькая, чтобы получить удовольствие от выжимания пакета этого. Майонез необходим обязательно для того, чтобы продукт, пирог получился сладким и вкусным. Да, Сергей? Любишь майонез? Так, еще раз, оно там пролилось, как вытирается? Вот так вытирается майонез со стола. Все надо выжать, все. Все. До конца. Так вот. Сахар. Фреш лук. Это вообще написано соль для ванны. Ты что? Приколоться хочешь? Когда ванна заканчивается, мы засыпаем туда, что есть. Арсений, так, как он здесь, интересно, будет вытирать? Так, сразу в рот бы выжимал себе. Там. Наш повар идеально достал майонез из пакета. Теперь мы кладем масло уже почти готово. Давай яйца. Давай-ка. Юля открывает пакет с яйцами.
Арсений убирает как улей. Как улей, это моя обязанность, Арсений. То есть накакулить, а потом чистюлить. Юля, открыла. Мешок с яйцем. Ты... Достала одну тонну. И второе. Масло постирала. А теперь делаем... Это надо доверить Арсению, скорее всего. Да, Арсений умеет мастерски разбивать яйца, чтобы они разлетались по всей кухне, поэтому мы это доверим Арсению. В этом многообразии идет поиск. Тут была предложена альтернатива. Со стороны. Хрусть. И пополам. Отлично просто. Не зря же я делаю яичницу каждое утро. Не зря. Ой, не зря. Есть два яйца? Есть два яйца. В майонезе. Достаем масло. Вливаем масло половина на пол, половина в миску. Да. Горячо. Оператор нам помог. Его мышечная рука спасла нас в кухню. Арсения, меня. Это был штрих мастера. Так. Мы... Нам нужно Арсения и стакан сахара туда. Стакан? Стакан. Стакан это не кружка. Стакан это стакан. Вот это без разницы, верни кружку лучше. Да, кружка лучше. Нет, он так и кружка. Сахар это вот это. Отлично. Дело за малым. Синий, тебе доверяется забить это венцом. Майонез сюда достань, положи. Пока Арсений все это взбивает, мы нагреваем духовку. Обязательно необходимо взбивать массу и с лицом, с выражением лица, как вы видите на картинке. Это лицо напряженное, улыбающее, напряженное и, конечно же, движением 8 раз в одну сторону, 8 раз в другую сторону. И 3 раза по восьмерке. Отлично, выключаем. Что за уши стало? Ты знаешь, что такое сода? Да? Доставай. Ложку соды, а уксус. Знаешь, что такое? Знаю. И уксус доставай.
будем на ложку сада капать уксус. Пловать? И как это называется? Сейчас мы узнаем у Арсения. Он проходил химию, нам подскажет. Берем ложку, набираем соду чайную. На кончике, да, не полностью, одну четвертую практически. Одну четвертую. Стой. Ну, еще чуть-чуть можно. Так, да? Подожди, не сыпь. Какой? Это будет называться как? Как? Да. Загасить соду. Будем гасить ее. Гасите ее. Ложка не выпрыгивает из руки, когда туда. Капай по чуть-чуть. Еще, еще. Лей, чтобы оно там было. Еще, еще. Капельку. Вот здесь. Угу. Отлично. И выливаем все это туда. Загасили. Это вы загасили соду. А зачем? Затем, чтобы было рассыпчатое тесто. Рассыпчатое, понял? Ну, песочное. Рассыпчатое, да. Что потом собирать будем. Значит, это мы тоже мешаем. Мукой. Или для чего сода сыпется? Чтобы поднялось рассыпчатый майонез, правильно? Пропустим. Пол-литра. Короче, ложек 10 можно сразу сыпать. Сразу сыпь 10? Нет, вначале сыпь, сколько тебе лет. Сколько тебе лет? Угадай. Два. Три. Это не ложки, а не это ложки с горой. Ну, четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Двенадцать лет? Двенадцать лет. Ну, мешаем. 13 лет. Почти. Почти. Пол ложки было там. 12,5. Отлично, я заметила. Мелодия, и мы подожди. Это все мешаем. Ложка. Ложка. Чем можно и миксером было? Можно. А есть насадка на него? Для теста. Она такая же. Нет, она не да? Да. Что, он попробовал уже его? Так, тут на помощь приходит. Ну, еще восемнадцать, девятнадцать, остановимся, 19 пока.
получается кошка. 21. 22. Не прилипало, что к рукам. Сеня. Еще. 23. 24. 25. О, становится это как Юля. Далее. Далее. Оно прилипает. Угу. Еще пару ложек. Афин, давай еще. Ты можешь прям прыгать, взять вот так вот. Что это? 25, 26. 27. 28. Осталось. Еще можно пару. Давай, Сеня, до 30. Сеня, мне кажется, дойдем. Что? До 37 мы дойдем? Не дойдем. 30. 31. Давай, как и слушай. 32. И еще одна 33. Годами измеряется. Так, сейчас будет готово тесто. И дальше нужен будет вот этот вот противень. Чистый. Чистый. Чистенький такой. У нас есть человек, который протрет его сейчас тряпочкой. Ну ладно, полотенцем. В натуре. Ну что? Давай еще. Еще я? Получается. Смотри, как много получилось. 33. 33. А сейчас положи еще две. Еще пару можно. Духовка на 180. Нагревается. А где? Что где? Противень. Противень Арсений спрятал. Чтобы без меня, говорит, не начали печь, я его спрячу. Угу. Пойди. Так. Есть противень. Ну дай Арсению помешать это все дело. Мужчина, что мы крылья с сделали? Да. Давай, спас руки, можно полепить. Вчера прикольный получился. Так, что на сегодня? На, покушай. Ha, 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 ha
Это обязательная процедура. Жирный пирог никак не получится, если вы не слепите крыльцо. Обязательно крыльцо должно доесть остатки муки и массы, которая осталась у нас здесь. Ну, это все ничто не пропадет в этом мире. Таким лозунгом. Арсений Шевцова покажет вам искусство. Какие-то гуманоиды поехали. Там энергетика должна быть хорошая. Давай. Хорошая. Не разрушительная, а созидательная. Может, мы это все не на пальце не будем делать, а на столе? Да. Ну, может, но раз начали, то осталось чуть-чуть. До конца уже доедем. Котик, ты покажи, как мешать. В чем? Тесто? Да, руками. Ничем, а руками. Или кому? Ну, Арсению. Мешать, ну, давайте помешаю. Нет, ты покажи просто. Давай как. Покажу как. Пару движений. Просто посмотри. Пирог получился. Вообще, в идеале берут, брали тесто и так... Давай, действительно. Мука не помешает. Эвана как? Вот, а потом берешь и внутрь, сюда берешь и вот этим нажимаешь. То есть все время движения идут давящие кистями. И вот так вот собираешь с этой стороны. Удавливаешь. И получается крыльев в рот. Собака? Нос какой-то у нее человеческий. Ладно, не собака. Ну что, готово? Готово. А что ж, берем теперь из этого половину? Это где это все вкус? Кота. Привет, как дела? Что такое? Ты пирог ждешь? Ну, сейчас приготовим, дадим тебе. Да. Ну, подожди чуть-чуть. Так. И половину. От половины. Вот так. Фу. Рукой, как каратист. Есть половина. Ау! Ты что? Бить не надо. Созидаем. Это этот привидение. Как его звать? Каспер. Каспер.
берешь такую за талию. Чпок. И не надо прилагать мужскую силу. А теперь это все расформировано на противень. Разминаем по всему противню. Плоской, тоненькой штукой по всему. Четыре руки. Как к краям. Краям веди, только без дырок. Смазывать противень ничем не нужно, потому что заметный оператор нам открылся. Ну что, пойдет? Как попробуйте. Да. Может быть, другое выбрать хотим. Читал мысли. Ну, пойдем куда. Пойдет или нет? Да. Берем. Ложку. И размазываем. Томатная паста, наверное. Да, пицца. Пицца без ничего. Пицца с кетчупом. Она может еще на тебе. А мне? Я думаю, еще возьмем. Короче, пол-литра. Пол-литра здесь, да. 550 грамм варенья любого без косточек. Абрикосы, грушу, классно. Это производственные родители, они оплачиваются самой фирмой. Поэтому ничего страшного. Вот. Получилось, сколько у нас руки? 35 ложек или 38? 35 ложек муки. Стенки очень много.
Эй, ты что, оно скиснет? Не делай так. Не успеет. На. У нас варенье яблочно-клюквенное, джем какой-то. Повидлон, да, повидлон? Угу. Мы купили. А теперь я завершающий этап, да? Да. Берем текст. Берем текст и рвем его на маленькие слова и закидываем этими словами текст. Например, так. Текст протеста. Песня протеста. Протеста против. Я это недавно ВКонтакте слушал видео. Я читаю текст, вы слушаете текст. Там минут так 10. Я читаю текст, вы слушаете текст. Читаю это. Пацан ходит по квартире. Просто повторяет, читаю текст, вы слушаете текст, читаю текст, минут так 10. Это похоже на что? На фишки, давай на фишки. Слышь, меня нет, не отпрыгни. Липа. Мои пони. Липа тоже. Липа. Липа. Кажется, ой. Кажется, ой. Ой. Так, активнее, активнее, активнее. Осадки в виде шрикаделиков. Осадки. Наша плита уже кричит, что я горю. Вся. Она хочет. Хочет пирог. Уже приготовит. Ксения, вы на трудах делаете такое? Нет, у нас не девочки труды. Не девочки? Нет, не девочки. А девочки вас приглашают к себе? Нет. Поесть, что они приготовили? Не жадно. Да ладно. Даже не приносят ничего? Мы мальчиков кормили. Ну, это хорошо, извините. Мальчиков. Да, привыкай. Самому приходится готовить себе пироги. Да. Вот такого же лет с половиной. Вообще-то... Понял, я понял. Ну что, на пути остается? Еще? Бросаем. Конечно, все. Все надо выбросить. Я тебе, наверное, тут было мне это. Давайте. Программа. Готовишься?
Дань. Анекдот. Поздравление. Тост. Прыгание на скакалочку. Подтягивание гантель. Показательное выступление на скейте. Переворот со сноубордом. Роликовые коньки. Роликовые коньки и их подлокотники и под колени. Ничего? Нет! А просто коньки? А, мы готовим Химки. Химки построят новый дом на Новый год. Вообще, какие планы у Химки на Новый год? Что они будут делать? Я не знаю. Что ты смеешь? Вообще, я молчу. Что-то не видно. Да, вот такая у нас получается пицца. Пицца. Сыром. Сыром. Ну, расслабься будет. А что ты еще готовила? Я? Какой завтрак? Нет, что ты лежишь? Печки. Печки. Ты сказал, ты делал печенье? Да, не то. Какое? Из овсянки. Из овсянки? Да. Вот. И как готовить? Если честно, я не очень. Ну, примерно. Там нужно... овсян, хлопья, тесто, два яйца, мука, два яйца, что-то еще там, сахар, соли, масло растопленное. Вот. Потом берешь... делаешь такие лепешки, ставишь их в печь. Вкусно? Поворачивай. Расскажешь, как делать? Вместе сделаем? Сделаем. Окей. Тебе последний кусочек. Я попробую, кстати, сейчас очень вкусно. Я больше. Вкуснее? Да. А я пошутила. Как ты попала прям куда я целилась? Это похоже на жвачку. Чем бы дети не тешились, лишь бы не плакали. Это липы, это мы собираем и возвращаем. А кто со шкафчика доставать будет? Со шкафчика, что такого? Там? Да нет, там ничего нет. Ты уверена? Там пыльно, поэтому мы это придадим. Ну что, я вас поздравляю. Всем Новым годом, я тоже. Это сделали. Поздравляю, что мы будем желать. Теперь мы этот сироп, который пицца, будем... Ну, доверь главному повару. Будем... Он нормальный, ты бери его, он несет.
плыть. Давай, я делаю отмашку. Ра-р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 а
Давай. Куда встань? На середину? Я тут. Не, выдвигайся. Любовью, нежно, закрыли, поставили на сколько? На 25 минут. Молодец. 25. Арсений, ягодка опять. Все, всем пока. Мы сегодня снимали фильм о том, как же сделать песочный пирог с майонезом, который похож на пиццу. И через 25 минут мы будем его есть. Благодарим нашего повара, знаменитый повар Арсений Шкон, да? Вот он тренировался в самых лучших кулинарных школах города Петербурга. До свидания.